В Нижнем Новгороде создадут 3657 платных парковочных мест. Уже известно, что такая парковка, как на улице Рождественской, появится на Ковалехинской, площади Маркина и Горького, а также в переулке Нагорном. Почасовая стоимость услуги составит 20 рублей для легкового и 40 рублей для грузового автомобиля. Рассчитаться можно будет с помощью карты предоплаты либо обычной банковской картой. В городе начала действовать новая программа «Временная семья для животных». Благотворительный фонд «Сострадание» предлагает забрать одного из своих подопечных к себе домой. Так собаки смогут быстрее восстановиться после полученных травм и адаптироваться к квартирным условиям. Забирать питомцев необходимо на срок от 1 месяца и больше. В создании талисмана к грядущему чемпионату мира по футболу приняли участие более 4000 нижегородцев. Напомню, с 29 по 31 мая на главной пешеходной улице города был установлен специальный павильон, где свой вариант могли предложить все желающие. Среди оформленных заявок – Змей Галыныч, Белка Стрелка, Олень Привет и инопланетянин Фифаня. По результатам всех голосов сформируют список из 10 самых популярных персонажей. Над их образами в ближайшее время и начнут работать лучшие художественные школы страны. В нижегородском хоккейном клубе «Торпедо» появился новый голкипер. Иван Лисутин перешел в нашу команду из подмосковного «Витязя» и теперь будет выступать под 48-м номером. За свою карьеру спортсмен успел поиграть еще за «Металлург» и «Автомобилист», а в одном из сезонов стал чемпионом по количеству сухих матчей.